идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту. Поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь. Усталость иногда сожмет у сердца грудь. Настигнет нас беда, что посложнит нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту. Поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Дорогие друзья, верьте всегда в мечту, и она обязательно сбудется. Счастья, любви вам. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту. Поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь. А теперь с вами. Поверь в мечту вы. Поверь в мечту. Поверь в мечту вы. Как в доброту. Поверь в мечту, поверь в мечту и путь. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, во-первых, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел сегодня в этот зал, чтобы разделить с нами наше знаменательное событие. 25 лет группе «Пятый элемент». Ну и как в любой праздник все-таки принято принимать поздравления, поэтому я сейчас попрошу включить свет в зале. Пожалуйста, включите свет. Да. И с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену директора МАУ КЦ «Автоград» Лоскутова Дмитрия Юрьевича. Площадки, конечно же, вынужден сегодня вернуться из отпуска двухдневного своего. Только специально, чтобы вот этих парней
пообнять, пожать им руки, пожелать им всего хорошего в ближайшем будущем. Ребят, в общем, от культурного центра «Автоград» 25 лет «Пятому элементу», 55 лет Юрию Андрюшину. Ну и наши друзья-партнеры из «Солнечного Еревана» эксклюзивно подогнали к этой дате 20-летний коньяк. Ребят, про этот коллектив вы все знаете больше, наверное, чем я. Еще не хватает Миши Стражина на ударниках, но он очень далеко от нас, в хорошем смысле, где-то в Пензенской области, насколько я понимаю. Да. Вот. Говорить ничего не буду, давайте наслаждаться концертом, но, конечно же, я должен представить и других официальных лиц с поздравлениями. Их на самом деле очень много, но мы решили с Юрием Валерьяновичем, что официоз будет на минимуме, поэтому вот я здесь скромненько. И буквально через 30 секунд предлагаю всех обратить внимание на экран. И еще у меня будет пару слов. Уважаемые друзья, искренне поздравляю замечательную вокально-инструментальную группу «Пятый элемент» с юбилеем. Эту группу хорошо знают за пределами нашего города, ну а в нашем городе ее искренне и бесконечно любят. Выступление «Пятого элемента» всегда праздник, и ни один праздник в нашем городе не обходится без этой замечательной, творческой, яркой команды. Хочу пожелать группе здоровья, хочу пожелать ярких выступлений, безусловно, бурных аплодисментов, но этого им не занимать. Всегда на концертах этой группы красиво, достойно и очень интересно. Репертуар группы разнообразный. Это и замечательные песни тех лет, когда рождался наш любимый город. Это песни, которые переживают поколения, это современный репертуар. И, конечно, уникальный пакет патриотических песен. Это всегда очень трогательно, достойно. И мы гордимся тем, что эти ребята работают в городе Тольятти. Хочу поздравить с юбилеем лидера, бессменного лидера, солиста группы Юрия Валерьяновича Андрюшина и сказать, чтобы Юрий Валерьянович всегда сохранил вот этот оптимизм, настрой, блеск своих глаз. Пусть все задуманное сбывается «Пятому элементу» яркой творческой дороги в нашем городе, в нашей стране. С юбилеем! Уважаемые гости, поздравлял наш сейчас заместитель главы городской администрации нашей Тольятти по социальным вопросам Юлия Фимна Банова. Но как же у нас без нашего любимого департамента культуры? Вот, поэтому я с удовольствием приглашаю на сцену Марину Александровну Козлову, руководителя департамента, для приветственной речи. Аудитории. Я вот сейчас сидела, вспоминала, на каких праздниках мы с вами встречались. День космонавтики, торжественное подведение итогов отрасли культуры Самарской области, День города, понятно, День Победы, понятно, 1 мая. Ну, то есть, какое событие вообще в городе, в стране, в области не возьми, «Пятый элемент» строится своим репертуаром, своей энергетикой, своим... этим праздником всегда. Спасибо вам огромное. Я очень рада, что в Тольятти есть такое явление, я бы сказала, творческое, культурное. Мы очень вами гордимся, очень вас любим. Всегда аплодисменты наши вам. И я хочу выполнить миссию. Поздравительные адреса получить от департамента. Поздравительные
личный адрес от главы городского округа Тольятти. Я думаю, вы в группе его потом прочитаете все вместе. Ну что, официоз заканчивается, значит, мы продолжаем нашу концертную программу. Ну, пятый элемент, да, песни, которые действительно звучали 20, 30, 40 лет назад, но от этого они как бы ничего не потеряли, и мы стараемся им дать новое дыхание, новую жизнь. При этом сохраняя вот те великолепные, замечательные традиции старых вокально-инструментальных ансамблей, это многоголосие, это вот действительно очень профессиональные тексты, стихи, это очень красивые мелодии. А что говорить, давайте уже петь. У меня единственная убедительная просьба, чтобы обязательно вы пели вместе с нами, потому что песни сегодня будут звучать самые-самые знакомые. Вы готовы? Мы готовы, поехали! Встану порога, час, когда созвездие ярким небо светится. Ни о чем пытать не буду, ни стрельца, ни козерога. Лишь один вопрос задам большой медведице. И созвездие, конечно, живешь своею жизнью, той, что люди до конца еще не поняли. Но и все-таки ответь мне, но и все-таки скажи мне, почему всегда одна ты бродишь по небу? Поем! Чья здесь вина, может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Чья здесь вина, может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Что поделать, я, конечно, рассуждаю по-земному, и за это ты, медведица, меня прости. Но сияла и смотрелась, ты совсем бы по-другому, если б твой большой медведь сиял поблизости. Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Где твой медведь? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Андрюша! Чья здесь вина, может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему, где твой медведь? Где твой медведь? Чья здесь вина, может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему, где твой медведь?
вечно одна. Ты почему? Где твой медведь? Спасибо. Слеза осенних дней примета, росой холодной потекла, и журавли уносят лето, и журавли уносят лето, раскинув серые крыла. Звенит высокая тоска, объяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Листья, как записки, с какой-то грустью неземной. Кто не терял друзей и близких, кто не терял друзей и близких, пусть посмеется надо мной. Звенит высокая доска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы. Порой для слез причины нету, порой для слез причины нету, но кто не плакал, тот не жил. И часто плачем мы невольно, когда дожди стучат в окно. Потому что сердцу больно, а потому что есть оно. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Птицы, облака. Спасибо большое. Кстати, кто знает, кто исполнитель этой песни? Правильно, браво. Действительно, это замечательный дуэт Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина. Коль мы уже заговорили о легендарных ВИА, но, наверное, один из самых легендарных – это белорусский коллектив «Песняры». И это, ну, для нас это просто великое счастье, что однажды в 2010 году, благодаря Владимиру Мирсону, он, кстати, здесь сейчас находится, отдельные аплодисменты, в городе Вязники на фестивале памяти Алексея Фатьянова, великого поэта-песенника, мы выступали на одной сцене с этим легендарным коллективом. Это было просто незабываемо. И как мы можем
не взять в наш репертуар хоть какую-нибудь песню песняров. Да. Поэтому белорусская народная песня «Коляда». Давай, курчавенький! Продолжаем дальше вспоминать легендарные песни, далекие 70-е года. Вот практически все, кто сегодня в этом зале, ну, за исключением молодежи, родились в замечательной стране, великой, огромной, самой лучшей в мире, в СССР. Правда? И не случайно, что вот эти песни, несмотря на то, что прошло уже столько лет, 30-40 лет, они продолжают жить. И это очень здорово. Поем вместе с вами. Я давно с нею когда-то ходил я в кино. С нею за партой я в школе сидел и проглядел ее, и проглядел. Сижу тихонько, я в стороне, кричат им горько, а горько мне. Ах, как мне горько,
Ах, как мне горько, что это горько, кричат не мне. Ах, как мне горько, ах, как мне горько, ах, как мне горько, как мне горько, что это горько, кричат не мне. Как семья с конюшину, как семья с конюшину. Поглядал на девчину, а девчина жить-то жала, а девчина жить-то жала, а девчина жить-то жала. И на Яся поглядала, ти-ти яс, ти-ти не, ти-ти яс, ти-ти не, ти-ти яс, ти-ти не. Подобался ты мне. Напиши мне письмо, хоть и строчки всего, чтобы я иногда прочитать смог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши мне письмо, хоть и строчки всего, чтобы я иногда прочитать смог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши, 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 напиши. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, не сказать словами, плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки и покинем тотчий дом. Мученик науки, вот стою, держу весло, через миг отчалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Вот и любовь пришла к нам солнцем полна и унесла печали. Но обещать, что вечной будет она, ты не спеши вначале. Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой мгновенье нас осветить. Не обещай, не надо, не обещай. Это не просто вечно любить, не обещай, не обещай. Это совсем не просто вечно любить, не обещай, не обещай. Это совсем не просто вечно любить. Но ты со мной рядом стоишь, ясно мне все вновь говоришь. Все знаю я, все ни к чему, верить любви нельзя никому. Знаешь ты, а быть может не знаешь, что вот так говоря вновь и вновь. Ты не только меня обижаешь, ты сейчас обижаешь любовь. Ты сейчас обижаешь любовь. Пятый элемент. Сердце меня услышит
рассвет нас торопит домой, а домой. Ты признайся мне, звідки в тебе ты чари? Я без тебе все дни у полоні печали. Може, десь у лица ти чар зілля шукала, сонце руду й знайшла, ти мене зчарувала. Ступаю! Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти ходи, бо твоя врода, то є чиста вода, то є бистра вода синіх, то є бистра вода. А теперь вы готовы? Червону руту вы! Собирай еще дружбе! Спасибо, Олимпийский! Спасибо, друзья! Спасибо, всем! Браво! Ну, на самом деле, практически как в Олимпийском. Ну, уже цветы пошли. У нас есть еще одно поздравление. Я не могу просто не пригласить этого человека на сцену. Нас связывает давняя дружба. Заслуженный работник культуры России Владимир Колосов. Владимир Акадьевич, пожалуйста. Опять коньяк. Опять коньяк и опять конфеты. Какое счастье, какая радость бывать на выступлениях этого замечательного, уникального коллектива. Я думаю, город действительно может гордиться этим коллективом. Это «Пятый элемент», это уже бренд Тольятти. Музыкальная группа. Я не знаю, кто еще, какие коллективы играют живую музыку и наполняют наши сердца теплом, радостью, светом, воспоминанием вот этой замечательной, уникальной музыкой. Ну, во-первых, это, наверное, потому, что все музыканты – профессионалы. Хочу каждому сказать огромное спасибо. Лена Мечева, Денис Кузнецов, Александр Степанов, Андрей Кузнецов и, конечно же, Юрий Валерьянович Андрюшин Юпериар. Как председатель экспертного совета, мы там посоветовались и сказали: Владимир Кач, пятерку поставь за то, что, так сказать, есть, живет и наслаждает нас вот такой музыкой этот замечательный, уникальный коллектив. Вы знаете что? Вот действительно, погружая нас в то время, мы погружаемся вот в это красивое многоголосие, то, что, так сказать, пели и не только песняры, но в 80-е годы город был законодателем замечательном фестивале вокально-инструментальных ансамблей. До 30 коллективов-то имелось только на автозаводе, в городе в совокупности больше. И вот чем обладали в те времена коллективы? Культурой.
то, чем обладает ты. Культурой песни, культурой поэзии, музыкальной культуры. Это очень важно, чтобы перенесли через это время 25 лет, ну 55 лет это так, еще это не дата. А вот 25 лет коллективу, держать его на таком высоком уровне, это, конечно, здорово. Это благодаря тому, что вы имеете музыкальный вкус. И вкус вот к тексту, к поэзии. Это очень важно, очень нужно. Сохраняете для нас, для передаете молодежи. Живите долго, счастливо. И давайте будем встречаться на площадках по-прежнему. Вы нам нужны. Ну, а каждую пятилетку не на этой сцене, а на большой сцене дворца, на, может быть, на других дворцов. Поэтому творческого вам вдохновения, радости, ну и продолжайте нас радовать сегодня. Ну, а сейчас несколько необычное ответвление от всего того, что до этого происходило. Дело в том, что часто на концертах спрашивают, ребята, а вы свое что-нибудь пишете? Да, писали когда-то, когда-то очень давно. Потом как-то так вот решили реанимировать вот песни 70-х, 80-х. Ну, свои песни, в принципе, не забыли, они остались. Поэтому сейчас, как бы, первая песня – это практически экспромт. Ну, реальный экспромт. Эта песня была написана... Сегодня В далеком, даже не помню в каком году, где-то 86-й, 87-й, может 88-й год. А песня посвящается всем, кто влюблен и любит. Она называется «Безумству влюбленных». В жизненном небе печальные птицы опять прокричат над моей головой, и словно в бреду все знакомые лица вдруг станут чужими, забытыми мной. Без слов умирает душа у поэта, без истин на свете не жить мудрецу. И я без тебя новой песни не спетой по грешной земле одиноко брожу. На-на-на! Любимый лик, словно горное эхо, мелькнул только раз и пропал навсегда. Так что ж мне теперь до скончания века искать, не осталось ли где-то следа? Такой тебя сам я, наверное, придумал и светом волшебным тебя наделил. Но ты ожидания мои обманула, и образ померк тот, что в сердце хранил. На-на-на! Безумству влюбленных пою эту песню, безумству любви, опаленной огнем. О, как тяжело в нереальное верить, но сладостный плен тяжелей с каждым днем. Из этого плена не будет спасения, остался без сил я от этой борьбы. Мой Бог, помоги мне, дай радость забвенья от хищного взгляда жестокой судьбы. На-на-на! Ветром укроет горячее тело, холодной водой мне умоет лицо, и утренний свет заструится несмело, и станет душе наконец-то тепло. И вдаль улетит печальные птицы, и в жизненном небе не видно следа
И может быть мне уже не возвратиться туда, где любовь умерла навсегда. Еще одна давняя наша песня. Когда-то мы ее даже играли, потом как-то она ушла в прошлое, но сейчас она очень-очень актуальна в свете последних событий, происходящих вообще в нашей стране и в мире. Песня называется «Бродяга». Спасибо.
Спасибо большое. Вы знаете, этот концерт мог бы, наверное, и не состояться, если бы не наши замечательные друзья. Это Rotary Club, это наши спонсоры. Особую благодарность хочется выразить компании «Алдис» во главе с Сердюковым Алексеем Викторовичем. Спасибо огромное, потому что вы свет, звук, экран, это все благодаря вам. Спасибо огромное. Ну, а сейчас у нас небольшой первый уже сюрприз. Это инструментальные, так сказать, наши люди. Вообще, знаете, вот за эти годы через «Пятый элемент» прошло очень много классных музыкантов. Ну, все, многие знают Георгий Иванов, Инга Инди. Это люди, которые когда-то работали в «Пятом элементе». Константин Меладзе. Алла Борисовна Пугачёва. Да. Кузьмин тоже приезжал вот недавно к нам. Я просто хочу сказать, что нам как-то везет на друзей, на музыкантов, на очень хороших. Вот сейчас с нами Денис Кузнецов. Это, ну, действительно лучшая скрипка по Волжье. А на сцену я хочу пригласить лучшего баяниста по Волжье. Олег Гавриленко, ваши аплодисменты. И эта музыка звучит специально для вас. Thank you.
Олег Гавриленко, браво. Народный артист Казахстана, Киргизстана, Татарстана и всех республик ближнего зарубежья. Золотой баян. Спасибо большое, Россия. Дорогие друзья. Я вот хочу вам секундочку добавить. Недолго, ребят. Вот все, что вы сейчас слышали, сделал наш прекрасный друг Олег Помаслов, который находится сегодня в зале. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Эй! Олег, спасибо огромное. Эти вещи прямо вот специально для тебя сделали в этом концерте. Спасибо огромное. Здоровья. Тем, что сейчас наши ребята где-то защищают других людей от фашистской нечисти. Как это было давным-давно, в далеком 45-м, когда победили эту коричневую чуму. И в этот раз, я думаю, что победят. Но, как сказали уже сегодня, что у нас в репертуаре очень много патриотических песен, поэтому сейчас мы споем блок таких песен, и хотелось бы, чтобы вы пели вместе с нами.
На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. А молодого командира несли с пробитой головой. А молодого командира несли с пробитой головой. По танку вдарила болванка. Прощай, родимый экипаж. Четыре трупа возле танка наполнят утренний пейзаж. Четыре трупа возле танка наполнят утренний пейзаж. Машина пламенем объята. Учиться, ребята, и вылезать уж мочи нет, а жить там хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. Сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка, тайком слезу смахнет отец. И дорогая не узнает, какой танкиста был конец. И дорогая карточка пылится на полке пожелтевших книг. В военной форме при погонах, и ей он больше не женит. В военной форме при погонах, и ей он больше не Ну, мы продолжаем следующую песню. Эшелон мчится, а солдату снится путь тяжелый фронтовой. Завез, прошел немало, вот и правя пала спит. Солдат по стук колес устал. Ни победные, ни весенние, едет, едет он домой с победой. Смыла вверх ракета, грохот пушек где-то вновь. Он на передовой ждет рассвета. Вновь идет он в драку против тьмы и мрака вновь. Идет солдат вперед в атаку. Ни победные, ни весенние, едет, едет он.
краток сон солдата, незамысловатый рядом, слышен разговор, ой, грубоватый. Кто-то напевает и гармонь играет, за душевно и печаль навевает. Дни победные, дни весенние, едет, едет он домой с победой, с победой. Эшелончица, а солдату снится путь тяжелый, фронтовой. Дымит завез, прошел немало, вот и Прага пала, спит солдат под стук колес. Устал, устал от дни победные, дни весенние, едет, едет он домой. С победой! С победой! Знаете, эта песня написана в наше время. И написал ее наш тольяттинский автор Валерий Котляров. Валерий, вы здесь? Хотелось бы вас увидеть. Эти аплодисменты для вас. Замечательная песня. Спасибо огромное. Мы с радостью будем ее исполнять на всех концертах. Но мы продолжаем, как я уже сказал, к сожалению, что-то происходит нехорошее в мире. Но, как говорили тогда, враг будет разбит, победа будет за нами. И самое главное, чтобы все наши ребята вернулись к своим родным и близким живыми и здоровыми. Пишите нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. Если же закрыть нам глаза, а мы так любим темноту, а по щекам хлещет глаза, возбуждаясь на ноготу. А по щекам хлещет глаза, возбуждаясь на ноготу.
скажи, ты нас не любить, а не считай победы по дням. А если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? А если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? Не спешите нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. Спасибо. Ну а теперь внимание на экран. Видите, да? Как вы думаете, кто это? Я. Это он. Это я. Нет, я. Уже сравню возраст с автоматом бегал. Вот такое было у меня счастливое детство. Мы же я все гонял. В пограничной заставе, высоко в горах, в Киргизии. И сегодня здесь в зале присутствуют мои близкие друзья, мои боевые братья, мои друзья-пограничники. Я с удовольствием сейчас приглашаю их на сцену. Слова из Серега Пограничника. Форма. Ну, а теперь пусть по существу, как говорится. Коньяк. Опять коньяк. Сегодня убился. И хотелось ему подарить сразу пограничный подарок. Это часы особенные, они пограничные. Компас. Майка пограничная. Как у Деда Мороза, много подарков. А, еще что хотел сказать. С нами мы не просто красные вам показываем, а то, что вот, почему благодарность такая большая вашим, вам, верху сердцу, мой сердцу, сверху. Сверху сердцу. Для нас это сердце. Это самое главное. И знамя у нас тоже красное. Ну вот благодарность от заставы 63 искренне поздравляем. С самыми хорошими оценками 5-5 в советское время. С 55-летним юбилеем выражаем благодарность за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и общественной жизни Тольятти. Сегодня уже было сказано, вы везде, ребята. На день космонавтики, как праздник в Тольятти, кто пятый элемент. И благодаря Юрию мы узнали такую знаменательную, хорошую группу, как пятый элемент, и хочется тоже отметить ее благодарственным письмом. Выражаем благодарность за активное участие также военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и общественной жизни города. Желаем дальнейших творческих успехов, достижения новых высот. Отменного здоровья!
Спасибо. Когда я побывал тут, и вот и с внучкой подошли к Лене, и Лена пригласила мою внучку, а внучка хочет стать певицей. И она, когда Лену увидела, и мы вышли, она мне тихонечко говорит, я тоже буду такая красивая. Спасибо большое. Да, и как бы после таких поздравлений без пограничной песни, да? Поэтому есть такой негласный гимн пограничников, он называется «Зеленые погоны». Вот мы сейчас ее попробуем для вас исполнить. Тоже сами писали. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же час сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Давно привыкли наши руки к автоматам, давно умеем мы без промаха стрелять, а дома нас с тобой ждут милые девчата, и письма нежные нам шлют отец и мать. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Наш ПТН стоит у самого залива, рокочут ровно и негромко дизеля, и до рассвета по волнам неторопливо прожекторов лучи тревожные скользят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Спасибо огромное, спасибо. Ну, мы вновь уходим на небольшой перерыв. С вами остается легенда Тольяттинской сцены. Месье Леон, он же Олег Гавриленко, он же Золотой Баян, он же, в общем, лучший человек на свете. Наш близкий, родной друг.
два слова хотел. Я к звукорежиссеру обращался. Парень половой, да. Вот мы инструменталисты и нужны для того, чтобы пятый элемент переоделся. Сейчас они выйдут еще красивше, но я другое хотел сказать. Вот перед тем, как сыграть вот эту песню, которую я сейчас буду исполнять, Юрий Валерьевич, у меня был некоторый выбор. И выбор был такой мощный, такой там нирвана, рок-н-ролл, хэви-метал. Вот. Ну, человек... человек с душой вот так... любя вас, дорогие, все, кто вы пришли, он выбрал эту песню. Я просто потрясен, и вот человек с душой, так вас любящий, просто неимоверно. Вы даже не представляете, это Юрий Валерьевич Андрюшин. Вот теперь включаю. Thank you.
Денис Кузнецов. Следующую песню тоже хочется представить особо. Вы знаете, все мы родом из детства, что называется. И в детстве все мы смотрели какие-то фильмы. Я помню, что для меня и для Дениса, который, в принципе, сделал аранжировку следующей песни, наверное, этот фильм был очень знаковый. Он назывался «Выше радуги». Помните такой? И там мы впервые услышали вот этот высокий, тонкий голос Володи Преснякова-младшего. «Зурбаган» специально для вас. Андрюша.
за горизонтом ураган. Вы! Отлично! Сгинет ночь, и день придет иной. Как волна приходит за волной. Спасибо! Классно с вами петь.
следующую песню в посвящение нашему любимому автору, поэту, композитору, просто замечательному человеку, очень рано ушедшему из жизни, памяти Александра Барыкина. По мне скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Аэропорт, по мне скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного. Спасибо. Еще одна замечательная песня о профессии, прекрасней которой просто в мире не существует. Ну, вы поймете по первым аккордам.
поворотах машину бросает кувет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет. Каждый роль смогу я сто жизней прожить. Пусть живет у вас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного гостя. Это наша судьба. Добро защищаем, рискуя, преследуем зло. Если в жизни мы нашей, так же нам бесконечно везло. Снова съемка, огонь и риск без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Каскадеры, каскадеры, живет у вас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного гостя. Это наша судьба. А теперь вместе с нами поем. И поехали! Каскадеры, каскадеры, пусть живет у вас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного гостя. Это наша судьба. Аппаратура потекла уже все. Мы уже скоро на краю сцены будем стоять. Даже ей становится жарко. Да. Я думаю. А. Не надо думать, надо подходить, говорить. Ну что, дорогие друзья, вот и настал ваш взрослый час. Не от души. Действительно, мы все собрались сегодня, чтобы поздравить вас с 25-летием. Он необыкновенный. Он самый прекрасный на свете, потому что есть в нем вы. И сегодня, здесь, в этом зале, улыбаюсь в первую очередь, конечно, тебе. Как женщина гор, я не могла прийти сюда. А мне скажи, без чего, если я в Дагестане, или без чего? Коньяк! Прекрасное золотое! Но прежде, прежде, наша семейная поэтесса Прищи когда-то сказала, и я, проводя торжества, именно тем, кто действительно ложится на уши, всегда говорим, лишь бы были рассвет и утро, да трава всегда вопрос. Лишь бы знать, что нужно кому-то, по-большому нужно и всерьез. Итак, дорогие, будет рассвет, будет и утро, будет трава всегда вопрос. Будете всем нам вы нужны. По-большому нужны и всерьез. Ну и правильно, прежде чем так. Я же знала, что ты оденешь белое. Отца! Начальник мой стал совсем кавказец. Простите, поэтому вышло негласно. Готовы? Возьмите за руки.
Спасибо. Я люблю, конечно, всех. А торт их взял за кулисами, а вот сюрприз из торта тоже. Спасибо. Интригующе. Вот думаю, дальше как играть в этом или снять жарко. Лучше в этом играй. Я не буду надевать это. Мне будет жарко. Он не зря взял слово, потому что следующую песню поет он. Есть еще один замечательный автор, который вот буквально на днях приезжал к нам в гости, Владимир Кузьмин. Мы же любим экспериментировать. И вот следующая песня — это эксперимент на песню Владимира Кузьмина «Еще вчера». Он тоже из пятого элемента, кстати. Ревновал и звал еще вчера. Что-то мог решить, что-то мог простить. Как теперь все это повторить? Еще вчера были я и ты. Еще вчера так цвели цветы. Еще вчера было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко, о-о-о, далеко. Я дышал весной еще вчера. Мир бежал со мной еще вчера. Пролетали дни, утопали в них радости, любви, слова любви. Еще вчера были я и ты. Еще вчера так цвели цветы. Еще вчера было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко, о-о-о, далеко. Еще вчера были я и ты. Еще вчера так цвели цветы. Еще вчера было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко. Спасибо. Ну, судя по аплодисментам, песня понравилась, да? Я думаю, Кузьмин на нас не обидится. Со следующей песней вообще особое отношение. Сегодня уже говорили про День космонавтики. Вот мы ее взяли специально к Дню космонавтики, но дело в том, что эта песня преследует меня всю мою жизнь.
Впервые ее услышал, когда ехал в автобусе из Фрунзе в Пржевальск, но это в Киргизии, 400 километров по горам, ночью, и так уж получилось, мест не было, и водитель замечательно посадил меня рядом с собой, тут на откидное такое кресло, и вот едем, ночная дорога, горы, и звучит эта песня, это просто фантастика. «Притяжение земли». Безмерно оно, притяжение земли, притяжение болей и печальных ракет, тех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Мы им горы высокие, там степи бескрайние, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая. Притяжение полей, притяжение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень, небольших городов и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи бескрайние, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Не изменится этот порядок вещей, и настигнет меня, и припомнится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне. Там горы высокие, там степи бескрайние, Елена Мещера. Скрипка-вокал Денис Кузнецов. Клавишные инструменты заместитель барабанщика Андрей Кругляков. Наш замечательный
замечательный баянист Олег Гавриленко. И все это пятый подожди, элемент. Поглавие. А, я про себя забыл. Конечно. Поглавие. Да. Именинник наш. Самый лучший друг. Гитарист. Вообще. Вокалист. Вокалист. Юрий Алтюшин. Самый талантливый человек у нас. Праздник был. Спасибо огромное. А, да. Я даже забыл, что... Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вот, нет, ну на самом деле для артистов ничего лучшего не существует в мире. Это просто, это правда, просто космос. Спасибо вам огромное, что вы пришли на наш концерт. Сегодня уже звучала песня Сергея Трофимова. Ну, действительно великолепный автор. Очень красивые стихи, замечательные мелодии. И закончить нашу песню... Ой, нашу песню. Все, все. Наша песня закончилась, выходит. Закончить наш концерт хочется все-таки песни Сергея Трофимова, которая называется очень просто. «Я привык улыбаться людям». Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И все будет замечательно. Мы вас очень любим. Спасибо вам огромное. Выходит, я безнадежный, круглый дурак, поскольку счастлив безбожно, и просто так живу цветком придорожным, небу бескрайнему в такт. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как топ на блюде, а тому не справиться с ним. Я привык улыбаться людям, и, быть может, вполне час, когда я несчастлив буду, кто-то улыбнется мне. Пусть говорят, что не стало верных друзей, что до обычного мало. Щедрых людей даже конь с пьедестала спрыгнет за сотку рублей. А я встречал бескорыстных, верных во всем, подвозки светлых и чистых, сердце твоем, наверное, просто нам близко то, чем мы сами живем. И всем все вместе. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как торт на блюде, а одному не справиться с ним. Я привык улыбаться людям, и, быть может, вполне час, когда я несчастлив буду, кто-то улыбнется мне. Может, это смешно, может, это грешно, но я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Я привык улыбаться людям, и, быть может, вполне час, когда я несчастлив буду, кто-то улыбнется мне. Кто-то улыбнется мне. Кто-то улыбнется мне. Группа «Пятый элемент». Спасибо. Дорогие друзья,
Еще хочется сказать слова огромной благодарности нашему техническому персоналу, который сегодня помог нам провести этот концерт. Наш звукорежиссер Евгений Андросов. Один из старейших участников группы «Пятый элемент». Женя, спасибо огромное. Художник по свету Александр Каменко, компания «Мэри Джейн». Саша, спасибо. Наш замечательный человек, который вот управляет вот этим экраном, Константин Чистяков. И наши видеооператоры, благодаря которым скоро мы обязательно выложим в соцсети фильм, в смысле концерт. Многосерийный фильм будет. В электронной версии. Александр Максимов и Марина Гоц. Ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо огромное. Группа «Пятый элемент» любит вас, ждет на наших концертах. На бис. Ну хорошо, сейчас позову всех. У вас есть бежать. Еще в запасе пару часов? Отлично. Продолжаем наш концерт. Антракт 30 секунд. Так, на бис. Что поем вместе? Земля в иллюминаторе. Ну, я желаю счастья вам, к сожалению. Так, кто больше? 1000 рублей, я желаю счастья вам. Так, стоп, две. Так. Женя, где там Женя? А, Женя уже. Давай, траву у дома споем все вместе. Thank you.
А мы летим орбитами, путями неизбитыми, расшит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, плывает деловой наш разговор. Как вайка дымки матовая земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына, мать, а сыновей земля. Поем все вместе! И снится нам не рок, а космодрома. Не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Снится нам не рок, а космодрома. Не эта ледяная синева. А что снится? А снится нам трава, трава у дома. Какая? Зеленая, зеленая трава. А теперь вы поете. И снится нам. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Группа «Две».